Всем добрейшего утречка. О, Михалыч! В общем, ситуация такая, что, как всегда, везде опаздываем. Через час уже вылет, а мы только едем в аэропорт. Онлайн регистрацию прошел, так что, думаю, все ништяк будет. Иначе придется, походу, еще билеты покупать. Лошара! Ну, давай, успевай, лошара. Фу, прикиньте. Капец, там сколько народу задействовал для того, чтобы билеты дали. Регистрация была закончена. Реально пришлось поднять на уши весь аэропорт. Но все по кайфу. Костя Аршаров. До встречи в Новосибе. Сайра Коннор. Сошки модные. Сюда вот. Ух. Андрюха. Да, он капиталили. Ну все, прилетели с Костяном в Крас. Да, все, сторисы полетели. Сейчас где-то Толик Зарубин должен нас встречать. Друзья, мы в Красноярске, у нас начинается вечерний невозможно скрыться, брифинг, невозможно. А не надо скрываться. Первый канал, вот этот, везде. И еще много людей. Но самое интересное, что мы будем выбирать сегодня. Вот мне очень нравятся, например, томленые лосиные лытки. Да? Лытки. Или татаки, потому что татаки это как-то звучит по-гречески. Чтобы...